По всей стране сегодня, в день неизвестного солдата, звучат слова, святые для всех поколений россиян. Никто не забыт и ничто не забыто. Памятные мероприятия проходят в разных городах. Жители Владивостока, ветераны, курсанты, школьники сегодня пришли к памятнику морякам Тихоокеанского флота, чтобы вспомнить тех, кто погиб, защищая родину в годы Великой Отечественной войны. У меня родной дядя, значит, лейтенант 13-й Нововолынской заставы под Брестом. Погиб в 41-м году. Самые первые часы и дни. Они, значит, вот заставой, 13-й заставой, 17 дней держали две дивизии немцев. Память их вечная. Ну и все то, что связано с этим, это, конечно, наша боль, тревога и память. День неизвестного солдата приурочен к памятному событию 3 декабря 1966 года, когда в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой у Кремлевской стены был захоронен прах одного из защитников столицы. Позже там был открыт мемориал неизвестному солдату и зажжен вечный огонь.